знать, откуда эти шрамы. Черт, опять. Ты мне лучше скажи, кто этот милый малый рядом с тобой? А это всадник без головы. И у него самая печальная история. Дневник всадника без головы. Другой дневник. Это был ужасный день. Сломя голову, я выбежал на улицу и бежал, куда глаза глядят. Жена разозлилась и морочила мне голову весь вечер. Шел сильный дождь, и ветер дул в лицо. Опять губы обветрятся, подумал я. Поистине ужасный день. Дурец, плеси-ка моему рыжеволосому симпатяге побольше. Да так, чтобы башню снесла. Я вот одного понять не могу, Крюк. Вот как ты докатился до такой жизни? Ну, признаться, я не всегда был самым грозным пиратом. Пацаны, пацаны, Крюк снова проиграл камень, ножницы, бумага! Открой шпроты! Тебе конец, Питер Паркер! Бен! Тебе конец, Бен Паркер! Он дурак! Опа, а чё это он встал? А, ну у этого милахи тоже прошлое, знаешь ли, так себе. Тут даже сказать нечего. Дорис, так что нам делать-то? Это был паршивый день. Шел дождь. Кто-то мочил манту и топил котят. А я бредила и разговаривала сама с собой. Кто я? Где я? Кто этот парень без головы, мужчина без руки, женщина без моральных принципов? Ну послушай, Дорис, этот день ничем не отличается от любого другого дня. Ну да, но зато знаю, кто вам поможет. Выпускайте Гастона! Это кто? Я злодей из «Красавицы и чудовищ». Чудовище? Нет, Гастон. Как? Гастон? Дорис, мне как обычно. Судоку и трек Мити Фомина? Точно. Странные у тебя вкусы, пожалуйста. Ой, да ты сопьешься. Помедленнее. А как тут не спится? Это был ужасный день. Белль выбрала чудовище. Мать выбрала материнский капитал. Дед выбрал Грудинина. Алексей из Саратова выбрал правую шкатулку. Эх. Так, Гастал, твой час настал. И чем ты нам поможешь? Я? Да ничем. Но я знаю того, кто может. Да хватит. Я повелительница Северного и рынка Квадру. Наверное, ты хотела сказать Севера. И рынка Квадра. Месторождения не выбирают. Ой, королева, хватит морозиться. Давай лучше расскажи свою историю. Да, только у меня к тебе есть пару вопросов. Скажи, это же ты вот это вот... На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич. Нет, это считалочка. А ты вот это вот... та баба, которая с дедом постоянно ходит. Это Снегурочка. А ты вот это вот. Привет, Вупси! Это Вупси. В общем, это они самые худшие из худших. И это они выселят нас из общак во время чемпионата мира по футболу. И это из-за них номера на область отбирают за 2 дня. И это из-за них заблокировали телеграм. Да мы не такие уж и плохие. Слушайте, друзья, да мне кажется, мы можем завоевать весь мир.